Що там за лінця, що у Львові немає річки? І пливемо, пливемо, йомаю. Из-за сильного ливня с грозой во Львове затопило часть города. Уровень воды на отдельных улицах достиг уровня номерных знаков автомобилей. Из-за сильной грозы в городе приостановлено движение городских трамваев и троллейбусов. Такие улицы, как Бандеры, Киевская, Сахарова, Листопадового, Чина, практически непроездные. На отдельных участках воды по пояс. Люди справляются как могут, и многие из них передвигаются на надувных лодках. Гроза во Львове разрушила части асфальта в местах мощного потока воды, затопила подземные переходы. Также воды набрались и салоны автомобилей. Для борьбы с этим явлением во Львове даже планируют восстановить Пелчинский стал, который ранее находился на улице Выговского. Некоторые дома остались и вовсе без света. Как сообщает пресс-служба ЛГС, по результатам последствий грозы проводится объезд города. Больше всего повреждений и подтоплений во Франковском и железнодорожном районах города. Привлеченные на помощь подразделения ГСЧС для откачки воды. По словам заместителя городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Бабака, из-за ливня и резкого поднятия уровня воды были отключены тяговые подстанции. Сейчас вода спадает, идет осмотр тяговых подстанций. Снимай нашу руку.